Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Итак, продолжаем рассмотрение темы про винчестеры SSD. Тема называется следующим образом. Как перенести Windows на диск SSD? Если вы купили новый жесткий диск или твердотельный SSD накопитель для своего компьютера, очень вероятно, что большого желания заниматься переустановкой Windows, драйверов и всех программ у вас нет. В этом случае вы можете клонировать или иначе перенести Windows на другой диск. Причем не только саму операционную систему, но и все установленные компоненты, программы и прочее. Короче говоря, весь диск C ваш, вот этот вот системный диск. Существует несколько платных и бесплатных программ для клонирования жестких дисков и SSD, некоторые из которых работают с дисками только определенных марок: Samsung, Seagate, Western Digital, некоторые другие с почти любыми дисками и файловыми системами. В этом кратком обзоре мы рассмотрим несколько бесплатных программ, перенос Windows, с помощью которых будет наиболее простым и подойдет почти для любого пользователя. Итак, приступим. Рассмотрим программу Acronis True Image VD Edition. Пожалуй, самая популярная марка жестких дисков в нашей стране — Western Digital. И если хотя бы один из установленных жестких дисков на вашем компьютере от этого производителя, то программа Acronis True Image VD Edition – это то, что вам нужно. Программы поддерживаются все актуальные и не очень операционные системы: Windows 8.1, 8, Windows 7 и XP, есть русский язык. После несложной установки и запуска программы в главном окне выберите пункт «Клонирование диска». Копирование разделов одного диска на другой. Действие доступно для жестких дисков, так и в том случае, если вам потребуется перенести операционную систему на SSD. В следующем окне вам потребуется выбрать режим клонирования. Автоматический или ручной. Для большинства задач подходит автоматический. При его выборе все разделы и данные с исходного диска копируются на целевой. Если на целевом диске что-то было, то оно будет удалено. После чего целевой диск делается загрузочным, то есть с него будет запускаться Windows или другие ОС, как и раньше. После выбора исходного и целевого диска начнется перенос данных с одного диска на другой, который может занять достаточно продолжительное время. Все зависит от скорости диска и объема данных. Итак, рассмотрим следующую программу – Seagate Disk Wizard. По факту Seagate Disk Wizard – это полная копия предыдущей программы. Только для работы ей требуется наличие хотя бы одного жесткого диска Seagate на компьютере. Все действия, позволяющие перенести Windows на другой диск и полностью клонировать его, аналогичны Acronis True Image VD Edition. По сути, это та же программа, только интерфейс немножко другой. Следующее рассмотрим еще одну программку. Она называется Samsung Data Migration. Программа Samsung Data Migration предназначена специально для переноса Windows и данных на SSD марки Samsung с любого другого диска. Так что, если вы обладатель такого твердотельного накопителя, это то, что вам нужно. Процесс переноса выполнен в виде мастера из нескольких шагов. При этом в последних версиях программы возможно не только полное клонирование диска с операционными системами и файлами, но и выборочный перенос данных, что может быть актуально, учитывая, что размеры SSD все-таки меньше, чем современные жесткие диски. Так, следующая программа, которую можно и полезно рассмотреть. Программа называется Macrium Reflect. Бесплатная программа Macrium Reflect позволяет клонировать целые диски.
как жесткие, так и SSD, или отдельные их разделы, причем независимо от того, какой марки ваш диск. Кроме этого, вы можете создать образ отдельного раздела диска, в том числе и с Windows, и позже использовать его для восстановления системы. Также поддерживайте создание загрузочных дисков восстановления на базе Windows PE. А после запуска программы в главном окне вы увидите список подключенных жестких дисков и SSD. Отметьте диск, на котором находится операционная система, и нажмите «Клоны GIS диск» – «Клонировать этот диск». На следующем этапе в пункте Source уже будет выбран исходный жесткий диск, а в пункте Дистанцион потребуется указать тот, на который нужно перенести данные. Также вы можете выбрать только отдельные разделы на диске для копирования. Все остальное происходит автоматически и несложно даже для начинающего. И для окончания, после того, как вы перенесли Windows и все файлы, не забудьте либо поставить загрузку с нового диска в BIOS, или отключить старый диск от компьютера. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка».